Так, здравствуйте, товарищи. Начинаем очередное заседание кружка. Мы с вами в течение последних занятий в прошлом году и занятий первых этого года бьемся над учением о сущности. Поскольку учение о сущности очень сложно воспринимается вообще. А, это у меня. Это да. Что же это интересно? А я смотрю на Верховную. Алло. Обращаем ваше внимание на то, что разговор со специалистами записывается. А, записывается? Ну, спасибо. Записываются, они будут. Сейчас выключим и все. Режим полета очень удобно. А? Режим полета очень удобно. Сейчас я его в режим выключения переведу. Давай. Да и режим полета быстрее. А, ничего. Выключение. А то они записываться собирают. Так, так вот, дорогие товарищи, у нас задача была какая? Понять то, что трудно дается. Даже Владимир Ильич написал, как это может быть движение от ничто к ничто. Пожалуй, этого не может быть. То есть он как бы хорошо воспринял категории сферы наличного бытия, а вот в этой, так сказать, сфере, надо сказать, в этой сфере самое интересное, потом, на которое он обращал внимание, о самодвижении, о противоречиях, учении о противоречиях, борьба противоположности, в этом суть диалектики. А вот, собственно говоря, само выведение, оно как бы, вот оно что выскочило, оно же не просто так выскочило, оно прошло вот через те категории, которые есть. И вот мы с вами занимались этим делом, пытались разобраться, откуда такая сложность, почему такая сложность, и как нам ее преодолеть, и как нам все-таки такую цепочку выстроить, чтобы все-таки одна категория выводилась из другой. Не по принципу, что зачем стоит, а как одно выводится из другого. Вот я хотел бы спросить, кто-нибудь может по вопросу о сущности что-нибудь, так сказать, такое сказать, рассказать? Так сидят все вы суровые такие, ну, возможно, не подступись, лучше не спрашивай. Да. Вот. И смотрят на меня очень осуждающие, я бы сказал. Они потупили очень. А? Потупили очень. Не знаю, как. Нет, я так понял, что как не стыдно вообще. Я чувствую, что как не стыдно задавать такие вопросы, понимаешь, и ставить нас в неловкое положение. Но я должен тогда покаяться от имени всех присутствующих, что я тоже в таком очень сложном положении, и что я вроде бы так многократно это все изучал, смотрел, и даже у меня такое чувство, что я начал понимать, но не в такой степени, чтобы свободно этим владеть. И я поэтому, значит, уже несколько раз принимался это рассказывать, и еще раз хочу взять и рассмотреть этот вот путь от видимости к рефлексии. То есть нам что важно? Нам важно не просто вот видимость – это что такое, или рефлексия – это что такое, а нам важно вот это самое движение. Да? Что мы знаем про видимость? Про видимость вот все могут уже, я так понимаю, говорить, что видимость. Ну, Кирилл сказать, что она есть. Вот, это обученные. Это обученные. Это бытие. Да, можно сказать, но это не просто бытие, а это возвращает нас. Вот оно, ваше бытие. Оно возвращает нас в сферу наличного бытия. Почему? Потому что мы вроде бы произвели снятие, да, или снятие произошло само собой. Произошло снятие бытия, и вот мы начали рассматривать сущность. А раз то, что мы рассматриваем, есть бытие. И получилось, что никуда мы не ушли, а обратно куда-то попали. Прошлое. Поэтому, но все равно мы знаем, что это происходит где уже? В сфере сущности. Поэтому мы приходим к выводу, что это вот бытие, и это бытие в сущности, но в сущности. Бытие в сущности. А какое может быть бытие в сущности? Бытие в сущности может быть только с отрицанием бытия. Отраженное. Ну, с отрицанием. Отраженное – это уже как бы образ. А буквально в формальном смысле с отрицанием. Отрицание разумеет отражение? Отражение не только отрицание, а вот отрицание, конечно, можно рассматривать как отражение. А в данном случае... Это рефлексия. А в данном случае, да, можно так сказать, но все-таки формально это отрицание, с отрицанием. Что такое сущность? Сущность есть... Определение сущности какое, Иван Михайлович? Общее определение сущности. Отрицание бытия.
Отрицание бытия. Но отрицание бытия с удержанием бытия. Да, но отрицание, но вообще-то, если точно так говорить, сейчас возвращаюсь, как вот правильно сказать, что такое сущность? Снятое бытие. Снятое бытие, да. Снятие – это процесс перехода в сущность. Да, а сущность есть снятое бытие. Денис Борисович, куда-нибудь поближе, так вот туда, чтобы вас видно было. Вот сюда. А то там мест нет, все занято там народом. Ловится. Вот. То есть снятое бытие. И мы с вами хорошо знаем, что такое снятие. Снятие – это отрицание содержания. Вот это очень важно, что вот сказано сейчас товарищами, что это отрицание содержания, а не удержание с отрицанием. Потому что если мы наоборот, как бы нам все равно, как говорить, то и не получится ничего. Потому что это именно… А если короче отрицание содержанием – это что? Отрицание короче. Нет, если вот я беру фразу и хочу ее укоротить, отрицание с удержанием – это отрицание. То есть вид этой фразы, что это отрицание. Поэтому не надо забывать, что сущность есть некое отрицание. Чего там бытия? Ну, ясно, чего, какого-то бытия. Так вот она, как отрицание бытия, она содержит в себе это бытие, но она же его и отрицает. Она его отрицает не только как бы то бытие, из которого она вышла. Но раз она из него вышла, его удерживает в себе, значит, она в себе отрицает бытие. Правильно? Поэтому если вдруг какое-то бытие тут всплывает, то оно, как оно здесь рассматривается? Оно здесь отрицает себя. Или сущность его отрицает, поскольку это сущность. В то же время сущность есть, и поэтому сущность тоже выступает как бытие. Но она выступает обязательно с отрицанием, обязательно вот с этим моментом. И тогда получается, что как надо рассматривать сущность? С одной стороны, как бытие, но с отрицанием, то есть бытие, но как момент. Или как равное самому себе отрицание. То есть, когда вы берете отрицание, равное самому себе, вот оно равное самому себе, или отрицание, которое удерживается, а раз оно удерживается, оно уже какое-то прочное, как бытие. Но это такая прочность, которая является отрицательной прочностью. Все-таки она, что удерживается-то? Отрицание бытия удерживается. И выступает как бытие. Поэтому вот это надо иметь в виду, потому что нам хочется дальше что-то о нем сказать, развернуть свое понимание вот этой сущности. А как можно развернуть? Надо дать какие-то определенности, правда, этому? А что такое определенность? Мы знаем, это мы все изучали. Определенность – это надо или темное осветлить, или светлое затемнить. То есть надо приложить отрицание. К чему? К тому, что есть, да? Так было в сфере наличного бытия. А у нас сущность – это то, что является отрицательным, имеет отрицательную природу. Это снятое бытие. Значит, здесь определенность будет такая, что некое отрицание с отрицанием. Согласны? Ну, если там было отрицание бытия, то здесь отрицание – отрицание. То есть определенность получается – отрицание, но как отрицание – отрицание, оно и тут же и как бытие выступает определенно. Здесь все переворачивается. Что с ним делать, так и жить. Но если это бытие, знаете, как вот ногу оторвали на войне ногу ударом снаряда, и надо с этим жить. Как можно в этой сфере сущности жить с бытием? Не только можно жить, и нужно жить, оно проступает в сфере сущности. Иван Михайлович, если вы сын своих родителей, то это проступит. И с возрастом проступает все больше и больше. И, похоже, вы будете все больше и больше. И я тоже. Вот. И это касается, к сожалению, каждого. Поэтому, если это есть, вот то, что мы говорим, что оно снятое, оно с отрицанием. Оно-то с отрицанием, оно же есть. Она проступает. Поэтому вот в этой сущности, то есть вот если мы думаем, о чем вот эта книга? Эта книга о том, как постепенно проступает и проступает бытие. И прямо... В нынешнем капитализме проступит коммунизм, который был снят. Да он уже проступает. А что такое? А Красный университет – это ради не коммунизм? Родимое пятно. Чего? Родимое. Так вот, с родимыми пятнами коммунизма. Так вот, и причем, если вот это понять, вот о том сейчас, вот я не встретил возражения, и даже так с пониманием все отнеслись к этому, то потом, когда начинаешь смотреть такое, то, что достигнуто таким непосильным трудом, то потом, как часто бывает, смотришь, это все и написано у Егеля,
Вот написано, смотрите, как вот в своем движении сущность полагает себя в следующих определениях. Первое, как простую в себе сущую сущность в своих определениях внутри себя. Второе, как переходящий в наличное бытие. Иначе говоря, сообразно со своим существованием и явлением. Вот что нам предстоит еще увидеть. А сущность для себя? Почему сущность для себя? А тут написано, что она для себя. Не вижу такого. Что-то вроде не читали, мне показалось. Я читал как? Нет, я читаю вот 1, 2, 3, не надо, это вы там детали. Первое, как простую в себе сущую сущность. Что такое в себе сущая сущность? Равная самой себе. Равная самой себе. Равная самой себе в своих определениях внутри себя. А определения у нее какие? Снятое бытие, то есть отрицание, отрицание, отрицание. Она в себе сущая, отрицание равно самому себе. Раз она равно самому себе, это отрицание, это удерживаемое отрицание, то есть бытие. Вот оно уже бытие появилось. И вот оно переходит, а раз оно с определенностью, а определенностью что тут является? Ну вот те самые рефлективные определения, о которых мы говорим. А переходящее в наличное бытие, иначе говоря, собрано со своим существованием и явлением. И третье, как сущность, которая едина со своим явлением, как действительность. Вот вам и, так сказать, конспект или краткий план движения мысли в этом самом, во втором томе науки логики. И все. А там еще у него есть субстанция, поскольку о субстанции говорил Спиноза много. Там, ну, в общем, это ничего такого особенного к действительному не добавляет. И от действительного по существу через субстанцию идет переход, снятие сущности. И снятие сущности – это что такое? Это отрицание того отрицания, которым является сущность. А отрицание того отрицания, которым является сущность – это возвращение к бытию. К какому? К какому, в котором есть сущность. То есть, или, как пишет Гегель, как такому, через которое просвечивает сущность. Как называется, Иван Михайлович, такое бытие, через которое просвечивает сущность? Действительность. Нет? А? Понятие. Вот человек с понятием. Отвечать, понятия не имеет. Нет. Вместо «честь имею», говорит, «понятия имею», надо отвечать. Вот, так сказать, нам, вот мы должны, хотя мы не все тут еще понимаем, да, и не скоро все будем понимать, но мы как бы движение, общий ход движения, здесь уже мы представляем. И это помогает, так сказать, когда идешь в потемках, то вот знаешь, где примерно тут коридор, а на что ты вот натолкнешься, и желательно не споткнуться, не разбиться. То есть можно двигаться вот в этом направлении. Так? При этом Гегель как бы оправдывается здесь, говорит, да я бы вот все вам сказал, написал, как вот было раньше, все просто и понятно. Есть бытие, его отрицание – это его определенность, а здесь что? Есть отрицание, а его определенность – это отрицание отрицания. То есть некое бытие, но это бытие вы не можете просто взять, потому что у вас сущность. Вы должны взять это бытие как снятое бытие, поскольку вы в сфере сущности, опять с отрицанием. И как это все назвать, что если все время отрицать надо? Ну так это и есть бесконечное отрицание, бесконечное движение. И определенность у вас получается как бесконечное внутреннее движение. Или что? Или что? И вот мы двигаемся, 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 двигаемся. И вот приходим к первый раз, когда употребляется слово «самодвижение». В этом своем самодвижении сущность есть рефлексия. Почему самодвижение? А потому что она не переходит в другое наличное бытие. Раз она не переходит в другое наличное бытие, она остается внутри сущности. А раз она внутри сущности остается, это рефлексия, она не такое определение, что внешнее. Вот, скажем, Дегтярев – это не Попов. Попов – как отрицание Дегтярева. Или Дегтярев – как отрицание Попова. А нет, тут идет речь об одном. В одном, то есть если вы берете и хотите сущность осмотреть, Денис Борисович, то надо, так сказать, там что внутреннее осмотреть отрицание, которое остается внутри него самого, в душе, а не выплескивается и говорит, я не тот, я не тот, я не тот, я не тот и так далее. Неостановимое движение. Неостановимое движение. То есть хотелось бы остановиться на чем-то, но всякая остановка означает что? Бытие. Это отрицание, отрицание. Все, успокоились. Как же вы успокоились от бытия, то уже отрицается. И вот это получилось бесконечное. То есть получилось, что попытка сконструировать, или логическая, не просто попытка, а необходимая даже попытка, что вы должны, ну, что-то увидеть про сущность, как вы хотите увидеть, вы должны ее отрицать.
Или не должны отрицать, а вы должны взять ее отрицание. Вы взяли ее отрицание. Но вы же понимаете, что нельзя просто взять отрицание, поскольку получается опять бытие. Значит, снова надо взять отрицание. А когда вы снова возьмете отрицание, все равно надо брать отрицание. Поэтому какое, когда бы вы это ни делали, или сколько раз бы вы это ни делали, вы должны все время отрицать всякий раз всякое бытие, которое получается. И у вас получается бесконечное отрицание. И вот это бесконечное отрицание – это то, что является определенностью в сфере сущности. Мы так никуда не придем. А? Куда мы придем, в конце концов? А вам что, плохо тут? Сущности же. Тепло, хорошо. Я не знаю, что куда-то все... Денис Борисович, вот вы сами в себе-то есть, вы себя уважаете, так самодвижение ваше идет. Зачем вам куда-то надо уходить? Не понимаю. Как надо отвечать, что мы все, конечно же, придем. Не надо нас туда тащить. Мы уже пришли. Я никого не тороплю, но все мы придем. Во-первых, мы уже пришли, мы находимся уже. Если мы пришли, то определенно. Нет, вы лучше другое скажете. Вас удивляет, что мы бесконечно изучаем новые логики? Что мы позитивно это получим? Определенность получили. Определенность получили. Определенность все равно. Ну вы определенность сущности получили. Вы получили определенность отрицательную. Каждый раз, что сущность, что то, что мы получили, это не сущность. Да. Нет. Когда пишешь диссертацию, ты никогда не правильно. Мы получаем определенность сущности. Вот смотрите. Определенность. Но это не сущность. Ответ, Денис Борисович, скажите мне, что было дальше вот, в сфере наличного бытия, что было после наличного бытия? Какое было наличное бытие? Скажите, пожалуйста. Не обратили внимания? Ну, следующая категория. Вот. Определенное наличное бытие. Вот, определенное наличное бытие. Если мы хотим... Подождите, вот здесь то же самое. Вы сначала получили сущность. И сейчас вы начали возиться с ее определенностью, разбираться, какая у нее определенность. Определенность оказалась бесконечной, как бесконечное движение. Это самодвижение. Самодвижение – это выше. Вот все живое, так сказать, живой организм, он самодвижение. Это его не на каталке надо вести, и не на катафалке, а он сам внутри себя движется. И двигаясь, остается сам собой. Вы согласны, что вы все время бесконечно двигаетесь, остаетесь Денисом Борисовичем Дегтяревым? Или не согласны с этим? Или вы хотите превратиться в Мордовина? Он тем более рядом сидит. То есть на самом деле мы вот как какое-то незнакомое или как странное воспринимаем то, что на самом деле все время и есть в жизни. Заяц остается зайцем, не переходит в лесу. Вот если он перешел в лесу, это был бы переход в нечто в иное. А этот переход зайца в зайца же идет. Того же самого зайца, но и не того же. А каждый раз это новое бытие зайца отрицается, потому что это все-таки не какое-то другое, а заяц. Как-то мы и так и человек. Вы в учении бытии, когда мы изучали изменяющиеся нечто. Да. Ну. То же самое. Что здесь нового? То же самое? Нет. Там мы перешли в иное. В итоге, когда вы изучали изменяющееся нечто, это вас привело к чему? К становлению опять. А становление означает переход. И привело к границе и к конечности. К конечному. А вы опять нас тянете к конечному. Вас в бесконечное ведут. К бесконечным занятиям науки логики. А вы хотите закончить это, товарищ Юрков. Ну правильно, да? Ну как, вот дальше. Вот мы начали изменяющееся нечто, нечто иное, а потом мы начали... А нечто есть в себе, есть становление. А становление имеет два момента. Значит, каждый из них должно быть нечто. И вот мы когда это сделали, это какие были категории? Это было определение и характер. И когда было определение и характер, то определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, называется границей. А нечто взято со своей имманентной границей есть что? Конечное. И приплыли мы к конечному. Вам и предлагается тут бесконечное, а вы меня зовете обратно к конечному. А это реакционное, регрессивное движение. Не знаю, что там тепло, все время в иное переходишь. Только что согрелся летом, уже осень, только осенью. Так вы про зайца говорите, это конечное? Ну, заяц нас может далеко очень. Заяц не конечное. Заяц – это конкретный заяц, один конечный. А заяц, как заяц, бесконечный, как и человечество. Оно вечно может ловить зайцев, пока оно развивается, и зайцы развиваются. Заяц было время, когда зайца как зайца не было. Были некие предки зайца. Ну и что? Зайцы как вида. Вы о прошлом думаете, а я думаю о будущем. И в будущем зайцы может исчезнуть как вид.
Да, да не только заяц. То есть даже в сфере сущности возможно изменение этой сущности получается. Не только возможно, оно все время идет. Да нет, Борис. Но он перестает в какой-то момент перестает быть зайцем. Нет такого, нет такого. Это сущность, вот сущность-то как раз она и не перестает. Потому что она постоянно равна самой себе. А вы как раз остаетесь в плену представления о переходе в иное. А сущность все время изменяется, оставаясь самой собой. А к чему она приходит, эта сущность? Она приходит, в конце концов, к действительному, выступает через нее, вот это вырастает, это вот бытие, сначала как явление с законом, потом как действительное, уже в явлении соединяется бытие и сущность, и снова вы приходите к бытию, но к такому бытию, через которое просвечивает сущность. И вот эта вот ваша поверхность понятия, она сильно меняется, но сущность ваша через него проступает. Откалывается бы марксистом, оставили негатором. Его сущность изменилась. Да, конечно. Но это по-прежнему все тот же Каутский. Нет, не тот. Наоборот, как Ленин писал, товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жюли Веда, за исключением его измены в 14 году. Потому что Зайцева взяли не конкретного, а Каутский – это конкретный человек. А у Ленина, значит, сущность не меняется. Кай смертен, как вы дальше прочитаете. Кай смертен, а человечество бессмертно. А у Ленина сущность не менялась. У Ленина? Нет, развивалась. А, в этом смысле меня. Да. Сущность – это категория всеобщая. Да, всеобщая. Всеобщая по отношению к чему? Биологическим. А сущность учеба по отношению к видам – да, а по отношению к отдельному, к отдельному единичному – нет. Так там сущность меняется? Сущность меняется. Вот у вас сущность. Вот если я буду рассказывать, что вы развиваетесь. Денис Борисович. Это вы все время... Это вы все время берете очень широко, а вы возьмите более узко. Вот вы развиваетесь или нет, лично вы? Я был абитуриент, потом студент, потом специалист. Не надо, нет. Вот зачем так? Нет, а развитие – это движение от нечто к иному или от себе к себе? Ну, вы, Дегтярев, к кому? К Мордовину движетесь, там, к Герасимову, или Дегтярев, от Дегтярева к Дегтяреву? К Попову движетесь. И к Попову не движетесь. От Дегтярева к Дегтяреву, ну, развитие. Развитие Попова идет от Попова к Попову. Развитие Дегтярева идет от Дегтярева к Дегтяреву. Потому что развитие движения низшего к высшему, но не к высшему другому, а к этому же самому, но высшему. Развитие коммунизма идет от неполного коммунизма к полному коммунизму. А когда будет полный коммунизм, развитие коммунизма будет или нет? А сущность коммунизма останется коммунистической? Ну, останется. А развитие будет? Будет. Почему вас это вот удивляет? Непонятно. Меня удивляет это возникновение нового сложного, если вы говорите, это одно и то же. Оно не новое. Ну как не новое? Оно более развитое. Более слово развитое. «Новое» здесь не подходит. Оно более развитое. В этом смысле оно все время новое. Вот человек, который борется, он все время, и развивающийся человек, он все время новый. Он и никогда не бывает старым. Он все время старый. Вот как Сталин говорил, старый большевик – это постоянно, так сказать, новый, постоянно в борьбе, постоянно достигает что-нибудь. Он никогда не бывает старым в этом смысле. И даже он умирает молодым, в том смысле, что он вот, так сказать, эту линию вел до самого конца, и другие люди ее продолжают. И в этом смысле, там, скажем, вот, это там, течение, оно в этом смысле вечно. Ну, или оно исторически ограничено только тем, что вот если уничтожение классов произойдет, тогда вы не можете говорить о политике, например. А пока политика есть, вот она, вот, скажем, пролетарская политика, она остается пролетарской, постоянно развиваясь. А буржуазная политика остается буржуазной, постоянно развиваясь, изменяясь. И ничего такого нет, чтобы не изменялось, но оно изменяется от себя к себе переходит. Вот мы с таким движением, которое было от нечто к иному, мы разобрались. А сейчас идет, сейчас хуже, чем вот то, что я сейчас говорил. Не просто от себя к себе, а от отрицания одного бытия к отрицанию этого бытия. От отрицания к отрицанию, от ничто к ничто. Прямо написано, от ничто, вот оно. Становление в сущности. Становление в сущности. У нас вот становление было в наличном бытии, да? А здесь прямо. Становление в сущности – и рефлексирующее движение. Есть поэтому движение от ничто к ничто. И тем самым движение обратно к самой себе.
Вот об этом мы сейчас и говорим. Вы хотите получить становление в сущности? Вот я уже говорю, вместо наличного бытия взять наличную сущность. А наличная сущность – это определенная сущность. Не просто определенная сущность. Не просто сущность, а определенная сущность. А было определенное наличное бытие. Есть разница – определенное бытие или определенная сущность. Так определенная сущность – это применение определенности к тому, что является само отрицательным. Вот в чем сложность. Да, то есть, в фигуре становление возникло. А вот, пожалуйста, написано. Страница 18. Становление в сущности. Что значит много? Вам много, а мне мало. Не знаю, почему это много. Почему вот становление категории могут спросить? А потому что... Изучали сущность. Кирилл Валерьевич. Мне про определенность мне все нравилось. Кирилл Валерьевич. Что это становление спросили? Кирилл Валерьевич. Что это такое? Сначала вы же сущность, же это снятое бытие. Да, и вот вы сейчас пойдете той же дорогой, но уже в сущности. А как вы можете еще идти? То есть вы будете брать сначала бытие в сущности. И бытие в сущности только как момент, только с отрицанием. Потом становление в сущности, как движение от чего? Раньше было движение бытия к ничто, или от ничто к бытию, а здесь будет от ничто к ничто. Так, потом определенная сущность, а раньше было определенное наличное бытие. Вас это удивляет? А как еще может быть? Вот я уже теперь утверждаю, что только так и может быть. Ну, там становление. Вам не нравится? Снималось, чтобы получить наличное бытие. Здесь ничего не снимается. Я вот не вижу, что здесь что-то снималось. Ну, а почему? А почему должно быть точно такое же движение? Не знаю. Вы спрашиваете, откуда взято становление? А оттуда что? Это первое, самое простое движение. Какое это может быть простое? Вы не хотите... Вы должны изучать то становление, которое есть в сущности. А становление в сущности есть или нет? Вы спрашиваете, с какого кармана достал становление? Вы же со мной согласились, что это снятое бытие. Да, но... Так вся сфера бытия, сейчас нет, сфера бытия снята. Я все категории сферы бытия могу в сущности доставать. И вы не вправе меня критиковать за это. Ну, или не, я не прав, что ли? Ну, это есть в снятом виде, все есть. Раз есть, а как вы еще можете пойти? И движение вперед есть возвращение назад. Это вот Гегель объяснял. А как вы пойдете вперед? Если бы я ему так объяснял, что это в сущности есть становление. Это я понимаю. Это тезис. Ну, хорошо. Вот, хорошо. Вы говорите, надо, чтобы он написал, в сущности есть становление. А он пишет, становление в сущности. Сильно различается, что ли? Примерно то же самое, что вы сказали. Чем вам не нравится становление в сущности? Гегель тоже глумочный. Похоже, что да. Здесь нет, не настолько четкий переход, как в сфере бытия. А это вы считаете, что нечеткими? Но а где вы эту нечеткость? В чем нечеткость-то? Менее подробная. Нет, дело не в этом. Они менее привычные. Потому что для нас все переходы в сфере бытия, в сфере никакими ступенями не идет. Какими ступенями? Вы, как только вы получили, как только вы с самого начала, когда вы взяли бытие в сущности, вы должны были его взять? Вы не можете его не взять. У вас нет никакого выхода. Вы хотите рассматривать сущность? Как только вы ее рассматриваете, вы берете ее непосредственно. Правильно? Рассматриваете сущность или не будете рассматривать? Но если не будете рассматривать сущность, нет разговора. Раз рассматриваете как непосредственно, значит, берете ее как не сущность, а как бытие. Так, Леонид Борисович? Ну, мы все время двояко рассматриваем. Вы тут ни при чем. Не вы. Вы что делаете, это не важно. Вы просто невозможно ее рассматривать иначе, как рассматривать как непосредственное. Значит, раз вы рассматриваете, любой, кто будет ее рассматривать, вот логическое движение состоит в том, чтобы рассмотреть теперь сущность. Но если вы рассматриваете сущность, она выступает как бытие. Правильно? Потому что непосредственное или сущее. Для этого есть хорошее слово. Вот для непосредственного рассмотрения есть слово сущее. Вот вы берете как сущее эту сущность. Вот как сущее взятое, она из бытия. Это вас удовлетворяет? Нет, это вас не удовлетворяет, потому что вы ее взяли как бытие, сущность, потому что вы хочу сущность осознать, познать, я ее присматриваюсь, вглядываюсь в нее. Как только вы начинаете в нее вглядываться, вы сразу понимаете, что вы в нее вглядываетесь. Раз вы в нее вглядываетесь, то она для вас бытие. А раз она для вас бытие, то есть она бытие, то вас это не должно удовлетворять, потому что где вы находитесь? Вы находитесь, Денис Борисович, в сфере сущности. А сфера сущности – это сфера снятого бытия. Потрудитесь уйти теперь от этого бытия. Куда? К отрицанию этого бытия. А отрицание бытия – это что? Это становление, Кирилл Валерьевич. Или не так?
Ну, бытие должно перейти в, ни, в другое, но не в бытие же. Ну, ты что-то проположишь. Сам бытие – это ничто. Ничто. Какое здесь становление? Пока нет никакого становления. Нет, переход в бытие противоположное. Бытие есть. Бытие, переходящее в ничто. Ничто – это становление. У вас должно быть два движения. Вы только одно назвали. Какое становление? Какие два движения? Становление – два движения. Эти мешали отрицание бытия – это ничто. А просто отрицание бытия, никакого становления нету. Отрицание бытия – это переход? Ничто. Хорошо, это не становление. А какое у вас здесь бытие? У вас бытие – это как отрицание здесь одновременно. Что, это вы просто говорите об одном, забываете о другом. А вы забыли, что ли, что это бытие сущности? А сущность сама по себе отрицательная. Поэтому, когда вы говорите, что есть просто переход бытия в ничто, извините, сущность – это отрицание, вот это идет отрицание перехода в бытие. А потом опять сразу же. А? Потом мы его опять выталкиваем. Поэтому вот он вам и говорит, что это здесь движение не от бытия к ничто, а не от ничто к бытию, а от ничто к ничто. Вот здесь только такое может быть становление. А иначе это не сфера сущности. Похоже на какую-то машину. Не зря Владимир Ильич подчеркивал это. И сомневался в этом вообще. То есть у нас появилось много верных ленинцев. Неожиданно. Становление. С отрицанием. В снятом виде. Становление сущности, ее рефлектирующее движение. Какое движение? Не движение, а рефлектирующее движение. А что такое рефлектирующее? Это отраженное движение с отрицанием. Все движение здесь рефлектирующее, все с отрицанием. Что не делаете, тоже и отрицаете тут же. Если жарите картошку, то тут же и зажгете ее. Тут же съем. А если ее едите, то одновременно и жарите. А вот так вот. Не успеваете, ее не успеваете пожарить, а уже съели. Но с отрицанием все делается. Все делается с отрицанием. А как? Почему все с отрицанием? Потому что как только всплывает какое-то бытие, вы замечаете, логически замечаете, что вы говорите о чем-то, что есть, что непосредственное, оно должно быть взято с отрицанием. То есть поэтому все время здесь вот постоянно говорит, что все время два момента. Вот смотрите, непосредственность небытия есть как раз то, что составляет видимость. Что видимость составляет? Непосредственность небытия. Вот оно, противоречие. Логическое противоречие. Непосредственность небытия. Что нас сбивает? А что вы еще можете сказать? Вы хотите посмотреть небытие на небытие, как на бытие. Так? Вы хотите же познать, взять это самое сущность, как бытие. А это непосредственность небытия. Вот он прямо пишет. Непосредственность небытия есть как раз то, что составляет видимость. Но это небытие есть не что иное, как отрицательность сущности в ней самой. Все-таки кто-то гвоздь ударил. Вот где сущность есть, а как же она небытие? Потому что она сущность. Не забывайте, что она сущность, Иван Михайлович. Сущность, вы забыли уже, что она снятое бытие? Да. То она бытие с отрицанием. Да. Вы рассматриваете бытие, бытие того, что является отрицанием бытия. Бытие, отрицание бытия вы рассматриваете. Это вы должны не забывать об этом. То есть от вас требуется не забывать, куда вы попали. То есть человек попал в такую сферу непривычную, когда он имеет дело только с таким бытием, которое представляет собой небытие. Вы разглядываете небытие. Как только вы его разглядываете, вы берете его, как бы, вы берете его не так, как надо брать. Раз вы берете его не так, как надо, надо взять его так, как надо. То есть надо еще раз отрицать. А когда вы возьмете его так, как надо, он опять будет есть. Опять будет быть, опять будет не так, как надо. И тогда и получается, что это должно быть бесконечное отрицание. Все, что всплывает как бытие, все отрицается. И получается самодвижение. Сущности. Не выходит оно за пределы сущности, не выходит оно в другой категории. Это все движение самой сущности. И становление. А? А что, тут идеалистического? Это и есть, а как вы себе понимаете, движение вообще? Движение, как вы понимаете, материя, она что, за материю заходит? Ну, движение самой сейчас, материи, как? Шевелим материи своей, причем мозг. Ну вот, так можно ведь дальше тоже говорить. Движение вот, материи, это вообще, это вопрос такой непростой, на самом деле. Так он потому и непростой, что материя, это имеет свою сущность? Материя, если говорим материи. Почему куда? Как куда? Это самодвижение материи. Денис Борисович, вот мы это изучаем сейчас, самодвижение материи.
Вам это не нравится? Гегель пишет про пустоты какие-то. Чего про что? Пустоты вот в материи пишет. Это ты вот это. Это вы не трогай. Вот там, где он пишет про материю, это вроде материала. Хлопчата бумажная или другое, это совсем не материя. Материя все. Вот то, что у Гегеля идея, вы должны взять за материю. Вот это имеется в виду материалистическое истолкование Гегеля, а вовсе не то слово материя, которое у него там появляется. Он пишет о неделимости. На это вообще можете не обращать внимания. Что... Делимости. А? А у материи... Мы же знаем, что нет бесконечной делимости. Есть, нет. Есть. Как это? Есть. А на чем мы останавливаем делимость материи? Как нет? Вон были электроны, теперь они распались на кварки, кварки еще на что-то распались. Тут это бесконечно. Денис Борисович, вам знакомы бозоны и фермионы? Вам знакомы? А как Ленин писал? Электрон также не черпаем, как атом. Это не то. Значит, вы вопрос о движении перепревратили в вопрос о делимости. Это два разных вопроса. Материя движется или нет? Она что, переходит в нематерию, в Бога? В Бога переходит? Нет, речка движется и не движется. Это вот об этом Гераклит писал. Вся из лунного серебра. Это он не писал. Это в песне. А Бог это тоже материя. Все движется. Он может движется. А это вот то, что вы сказали, Иван Михайлович. Это позиция. Нет, это называется пантеизм. Пантеизм у Боруха Спиноза был. Вот у вас спинозизм. Спинозизм это у вас. То, что весь мир разумен, да, вот это? Спинозизм это у вас, да. Он же и Бог, он же и природа. А если вы будете рассматривать движение материи, то это движение материи внутри себя. Она никуда не выходит за пределы материи, за отсутствием пределов. Почему? Обратите внимание, вот эти категории сущности, единство в себе, бытия и? Нет. Здесь нет. Нет. И для себя бытие. А для себя бытие означает не что иное, как просто, а нет никакой границы. Это бесконечное. Вспомните категории бесконечного, заканчивается... Астрофизики считают, что Вселенная имеет границы. А что они называют Вселенной? Это те астрофизики, которые не знают диалектики. Так, это те учения. А за границей этой Вселенной что? Там тоже вещество? Они не видят. Там черт. Там черт. А черт, это тоже материя. Значит, еще раз возвращаемся к тому, что если мы рассматриваем вот, категории сущности, это единство в себе бытия и для себя бытия. Вот если это место вы внимательно прочтете, я советую вот, снова перечитывать, единство в себе бытия и для себя бытия. В себе бытие – это просто равенство с собой. Когда это нужно подчеркнуть, говорят, в себе бытие. Сущность равна самой себе? Равна самой себе. Она не равна самой себе. А раз она не равна, то она и для себя бытие. То есть она меняется, но ни через какую границу не переходит, потому что нет границы. Нет границы. И уже когда вы берете истинную бесконечность в наличном бытии, там нету границы. Нету границы вообще в бесконечном. Вот вы сначала рассматривали конечные, потом истинную бесконечность стали рассматривать как единство конечного и бесконечного. И границы нет. А вот такого, то, что без границ, безграничное, бесконечное, истинное, бесконечное, которое содержит в себе конечное, а не отделено от него, и называется для себя бытием. А потом уже после для себя бытия появилось одно, и количество и так далее. Он даже здесь говорит, что здесь сущность вот в этом движении то же самое, что количество в наличном бытии. То есть вы ушли от этих границ, все остается в рамках сущности. Сущность меняется или так она переходит, эта сущность обязательно переходит куда-то в бытие? Нет, она остается. А сущность переходит в сущность. Как выразить, что сущность переходит в сущность? Можно сказать, что сущность есть ничто. Вас это как-то коробит, нет? Не коробит. Хорошо, давайте подведем под эту теоретическую базу. Сущность есть снятое бытие, отрицание бытия. Отрицание бытия – это ничто? Так, вот сущность, мы хотим показать движение сущности. Движение сущности будет от отрицания бытия к отрицанию бытия. Ну, другая, оно в своем развитии переходит в сущность же. Сущность в себя же и переходит, в сущность. Сущность развивается. Значит, это движение от чего к чему? От ничто к ничто. От ничто к ничто. И все. И тут, то есть это не то, что там пожалуй, а никак иначе и не может быть рассмотрено. Вот это вот абсолютно точно движение от ничто к ничто. Ну, потому что это снятое бытие. Если мы понимаем, что такое снятое бытие. Снятое бытие – это не удержанное с отрицанием, а отрицательное с удержанием. А как отрицание с удержанием – это ничто. Потому что что – это вот бытие. Ничто к ничто. Вот движение сущности. Раз ничто к ничто,
И вот в ходе этого движения от ничто к ничто, сущность, равная, ничто, равное самому себе, это уже бытие. Отрицание, равное самому себе, это он, вот почему он говорит, что есть два момента. Небытие, вот он говорит, ничтожность в себе есть отрицательная природа самой сущности. Можем мы возразить против этого? Ничтожность в себе есть отрицательная природа самой сути. Ничтожность в себе – это как расшифровывается? Ничтожность в себе расшифровывается как равенство с собой. В себе бытие – это равенство с собой. Вы в себе или не в себе, Иван Михайлович? Или вы вышли из себя в ходе кружка? Равенство с собой. Ну, сразу, ну вот и ничто равное самому себе. Значит, движение от ничто к ничто. Оно остается равным самому себе. То есть движется от ничто к ничто и при этом изменяется. Значит, какое здесь изменение может быть? Изменение в смысле вот этого бесконечного движения. Иначе, вот если мы этого, так сказать, не поймем и не усвоим, вот мы то, что вроде как легко потом понять, вроде бы легко понять творчество, там, различия и так далее, оно же на этом базируется. Как тогда доказать, что творчество – это равенство неравного? Нечего тогда и нечего доказывать. Это само просто естественно вытекает, что творчество – это творчество разного. Сущность – это, во-первых, простое творчество с самой собой, чистое творчество. Правильно? Простое соотношение с собой. Но с чего? Отрицательного же с собой. Если отрицательного с собой, значит, во-вторых, подлинное определение – это различие. И притом отчасти как внешнее или безразличное различие – разность вообще. Отчасти же как противоположная разность или как противоположность. Потом, в-третьих, как противоречие, единство противоположности. Противоположность рефлексируется в самое себя и возвращается в свое основание. Вот к этому мы не можем прийти, если, или должны будем просто заучивать это, если мы вот это вот здесь не разберем, правильно? Потому что вот это движение к этим категориям, к тождеству и к различию, оно идет вот через понимание того, что мы находимся в сфере сущности. То есть нам надо привыкнуть побыть, ну, может быть, просто мысленно побыть в этой сфере, привыкнуть на нескольких занятиях. Вот мы раз говорили об этом, два говорили, три, сколько надо. Потому что это вот касается и других товарищей, которые нас слушают, смотрят и так далее. То есть всем это вот воспринимать сложно. Ну вот я хотел обратить внимание, поскольку я вот за этим внимательно смотрел, как это все выражается. Отрицательная сущность – это ее равенство с самой собой. Но отрицательная сущность, я могу сказать, я не Герасимов. Это не равенство с собой. Это я должен сказать, я не Попов. Но Попов. Ну, потому что я вот меняюсь, если я меняюсь и развиваюсь, я себя отрицаю и оставляю. Вы не Герасимов, это отрицательная сущность, отрицательное бытие. Потому что я к внешнему обратился не к своей сущности, я к другому обратился. А к новой сущности обращаюсь. К новому, не к вам обращаюсь, а должен я самого себя отрицать. Ну, я-то это бытие. Да вы-то другое бытие, вы иное. Вы иное. Да, вот это в сфере бытия, я не Герасимов. Да, я все возвращаю в свое бытие. Вот это не годится, это в сфере сущности. Я должен здесь быть не я. Все время не я. И человек только тогда развивается, когда он все время не он. А если он все время только он, то он уже умер. И то он опять не он. Он это только. Потому что труп тоже разлагается. Ну, конечно, здесь же сущность имеется в виду. Движение сущности – это и есть ее отрицание. Но это такое отрицание, при котором она все равно остается равной самому себе, остается сущностью, она никуда не уходит. Поэтому это движение есть же и самодвижение. А как мы тогда еще поймем самодвижение? Вот Ленину очень понравилось самодвижение, а движение ничто к ничто не понравилось. А как вы тогда получите самодвижение? Просто вот взять и сказать, или взять у Гегеля. Давайте я возьму из Гегеля то, что мне понравилось, вот здесь изюм выковырю, а вот булку не буду брать. Но она булка с изюмом, и тут ничего не поделаешь. То есть надо вот это выведение взять, иначе это вот выскочило. Потому что одни могут взять, а другие скажут, я не буду это брать, мне это не нравится. Чтобы не было этого субъективизма, это я возьму, это я не возьму. Это я у Гегеля взял, это не взял. Мы должны взять результат вместе с процессом, с движением к нему. А если вы не берете результат вместе с движением к нему, это не результат, а это то, что вы просто вот вбрасываете, высказываете бездоказательно. Если мы не хотим вот этой бездоказательности, мы должны двигаться вот в соответствии с этим. Вот он все время подчеркивает два момента. Смотрите. Бытие сохранилось в сущности, поскольку сущность имеет свои бесконечные отрицательности, это равенство с самой собой.
Какое тут бытие может быть? Только равенство сущности с собой. Это бесконечное отрицательность. Она все время отрицает, отрицает, отрицает всякое бытие. Но она равна сама себе сущность. А раз она равна, значит бытие сохранилось в сущности. Непосредственность, которая определенность имеет в видимости, в противоположность сущности, есть поэтому не что иное, как собственная непосредственность сущности. Но несущая непосредственность, а совершенно опосредствованная или рефлектированная непосредственность, составляющая видимость. Бытие не как бытие, а лишь как определенность бытия в противоположность опосредствованию. Бытие как момент. То есть бытие берется не как бытие, а как постоянная, равная самому себе отрицательность. Раз она равна самому себе, то она остается, сохраняется. Вот это сохранение отрицательного и есть бытие. И вся эта наша жизнь есть борьба. Борьба как бытие. Вся эта наша жизнь есть бытие. Я – это я. Есть другая альтернатива тому, о чем здесь написано. Я могу утверждать, как это пишет Гегель тогда, вы можете просто заниматься социологиями. Я есть я, бревно есть бревно. Стол есть стол, стул есть стул. Ну, все, все движение, все вообще осмысленное движение сводится к тому, что все время, что, как равное берется то, что не равно. Тождество разного, тождество различного. То есть на этом вообще построена вся дальше диалектическая логика. На том, что вы берете движение от себя. Оба этих момента, вот оба момента. Ничтожность, но как удерживание, и бытие, но как момент. Давайте их разберем. Это есть эти моменты? Кто не согласен, что есть такие два момента? Ничтожность. Что имеется в виду под ничтожностью? Ничтожность – это, поскольку сущность – это отрицание, снятое бытие, то есть это ничто бытия. Согласны? Согласны. Но вот ничтожность. Но эта ничтожность сохраняется? Сущность, она равна самому себе? Значит, это ничтожность, оно как удерживание. А бытие есть? Есть. Как что? Как то, что отрицается. Оно есть, как то, что отрицается. Кружок состоит... Объясняю. Если жена мужа выгнала из дома, то значит, он у нее есть, как вот, отрицается. Вот, наконец-то. Если у нас идет занятие кружка, то обязательно люди с кружка уйдут. А если они из кружка не уйдут, на этом закончится занятие кружка. И кружок закончится. Ну, если мы отсюда никогда не уйдем, мы здесь вот эти останутся скелеты. Иван Михайлович, что же тут непонятно? От себя к себе будем двигаться, пока не станем скелетами. Никакой еду, не надо никуда обращаться вовне. Тихо. Мы находимся в сфере сущности. Никуда не выходите за пределы. Проследите, чтобы ключом никто не мог отсюда. Сущность наша неубиваемая, Михаил Васильевич. Это ваша неубиваемая, а я о себе думаю. Ничтожность, но как удерживание, и бытие, но как момент. Я сущность, меня убить нельзя. Дальше он... Когда бытие переходит в небытие, куда сущность переходит? Тут нет небытия. Откуда вы взяли это небытие? Здесь бытие только и есть как небытие. Денис Борисович, здесь в сфере сущности бытие есть только как небытие. Как отрицание бытия. Оно как момент. Что такое как момент? Как отрицаемое. Это называется еще положенностью. Положенность – это то, что есть в своем отрицании. Вот вы пришли, чтобы уйти с этого кружка сегодня. Согласитесь? Задумался. Или вы не собирались уходить? Сказали, все, отсюда я не уйду. Ну хорошо, другие пришли, чтобы уйти. Но это быть, находимся в отрицании постоянно. Хорошо. Все люди, которые есть на земле, тоже пришли, чтобы уйти, сделать добрые дела и уйти. То есть вся их жизнь в этом смысле тоже с отрицанием. Или нет? Что я вот живу-живу, потом начинаю умирать. Нет, извините, если я родился, то я начинаю умирать. Или нет? Я про вас не буду говорить, я про себя буду говорить. Я человек смелый, тем более я тут самый, так сказать, старый не буду говорить, скажу просто старший. Да? Так если я, смотрите, я живу, то есть это я, сколько бы я ни развивался, и что бы я ни изучал, и что бы я ни проводил, это не отменяет того факта, что идет процесс отрицания. Прихождение. Прихождение. Идет, идет. Но он идет, прихождение было бы, если бы я в иное превратился. А я вот ни в вас не превращусь, ни в Дениса Борисовича, ни в Валерия Александровича. А я превращусь только в себя. И все время превращаюсь. Так, вот смотрите. Оба этих момента, ничтожность, но как удерживание, и бытие, но как момент. Иначе говоря,
Значит, еще раз возвращается, потому что многократно повторяет в разных вариантах, чтобы люди поняли, запомнили. Иначе говоря, сущая в себе отрицательность. Что такое сущая в себе отрицательность? Переводите. Ну, равный самому себе сущность. Ну, сущность – это же отрицательность, она же снятая бытие. А сущая в себе, сущая – это непосредственно. Она есть как непосредственная, сущая в себе отрицательность. Вот это сущность, равная самому себе. Вот повторяется все то же самое. Равная самому себе сущность, но каждый раз нам напоминает, что сущность есть снятое бытие. Мы дело со снятым бытием. И, короче говоря, если вы имеете дело со снятым молоком, то это уже не то молоко. И рефлексированная непосредственность. Что значит рефлексированная непосредственность? Она не непосредственность непосредственно, а она непосредственность как отрицание отрицания. Так? Получается, как опосредственная непосредственность. А как вы еще понимаете, рефлектировала непосредственность? Может быть, я. Товарищ заколебался. Составляющий моменты видимости. Вот моменты видимости. Вот товарищ объяснил. Вот он дальше опять пишет это курсивом. Вот оба этих момента. Я вот спрашиваю, сказал, товарищ Юрков, назовите моменты видимости. Вы что будете отвечать? Вот и если у вас перед глазами была бы книга, то вы бы меня спросили, допустим, так же, как я вас, а я бы вам ответил. Моменты видимости. Один – это ничтожность, но как удерживание, а второй – это бытие, но как момент. Или по-другому. Сущая в себе отрицательность – это один момент, а рефлексированная непосредственность – это второй момент. Первый раз лучше. А? Повторяю последнее. Сущая в себе отрицательность, то есть равная самому себе отрицательность, и рефлектированная непосредственность. Вы можете здесь просто взять непосредственность, то есть бытие? Можете вы в сфере сущности взять просто бытие? Не можете. Вы должны только с отрицанием. А взятое бытие, взятое с отрицанием, как называется? Татьяна Валерьевна, только честно. Вот рефлектированная непосредственность. Бытие, если взятое с отрицанием? Это рефлексированная непосредственность. Это в зеркале вы смотрите на бытие. Вот оно в зеркале, Почему вверх-то? В зеркале, говорю. А, в зеркале? Почему в зеркале? Да не надо в зеркале. Она рефлексированное отражение. Рефлексированное означает с отрицанием, больше ничего. Не надо сюда отражение брать в буквальном смысле. То есть это мы рефлексированные, это значит с отрицанием, больше ничего. Рефлектор это значит. Никакого. Отражать. Это рефлектор означает, что он вас лучи возвращает обратно. Туда они попали и отразились. Но вот они отражаются, но не надо это брать. Образ тут не помощник. Он это просто говорит такие слова. Он рефлексирован непосредственно, это непосредственно с отрицанием непосредственность. Вот точное понимание рефлектированной непосредственности. Это непосредственно. То есть опосредственность. А? Он же опосредованный. Не просто опосредованный, а опосредованный своим отрицанием. Да. А конечно, это непосредственность. А это уже не другой нету, Иван Михайлович, в жизни нету другой непосредственности, кроме рефлексированной. Докладываю вам. Как выясняется из диалектики, другой непосредственности в жизни просто нет. И ни вы ни одного примера непосредственности. То есть то, что мы думали с вами, когда изучали наличное бытие, снято, забудьте об этом. Но не совсем забудьте, а забудьте с отрицанием. То есть оно будет вспоминать, и постепенно у вас вспомнится, будет существование, уже там вы будете чувствовать себя более прочно, потому что у вас появится, что бытие как существование. Вот. Это же сфера сущности, такое, что да. Бытие. Как какое? Бытие в сфере сущности. Это в обстоятельствах, это в условиях. В условиях обязательно, которые внешняя сущность во внешнем проявлении. Всплывают они. Это же вот вам Гегель написал. А потом будет как мошенничество. А какой у вас выход? Если вы взяли, начали копаться в сущности, а сущность снятое бытие, что вы там можете найти? Скажите, давайте пожалуйста. Разберем, что например, сущность вот. Человека. Вы знаете, что чем заключается? Знаем. В общественных отношениях. Да, то есть снятое бытие. Покажите. Бытие, общественные снятое отношения вообще, это бытие. Бытие что? Человека сняли, бытие а снятое отношения. Снятое? Человека сняли. Ну, я, кажется, что это не человек. Конечно, не человек. В этом смысле, а вы думали, что это человек? Нет, я не думал, что это человек. Вот это номер. Вот это да. Это интересно. Поэтому так это в том-то и дело, что это выдающееся открытие. Потому что думают, что сущность человека, что это животное. И все тогда, и тогда это не человек. А сущность человека не животное, а сущность человека общественная. Животное тоже не человек.
Это кто думал? Не всякое животное. Не всякое животное. А вообще животное – это и человек иногда. Иногда, да. Так вот тогда оно человек, когда, когда у него сущность общественная. Вот здесь, вот здесь. Человек есть общественное, общественное животное. С этим я спорить не буду. А еще это круче, чем просто водку пьет в обществе. Если он не общественный, тогда он не общественный. Антиобщественное. Он же общественное явление. С отрицанием возьмите, Иван Михайлович. Вас учили, учили. Общественное бытие – это общественное производство. Значит, производство должно быть и трудно. Конечно. Сущность человека не в этом человеке и не в других конкретных людях, а в обществе, в общественных отношениях между людьми. Общественная сущность человека. Вот что важно. Да. Еще раз возвращаемся. Значит, мы попали в новую для нас. Денис Борисович. Не общественных науках, а? Тут уже все вот так вот смутно. Это не об общественных науках, это об общественной науке. Одна она наука, это система знаний. И в этой системе знаний марксистской человек есть общественный человек. Сущность человека в обществе. Это в этой системе знаний. Вся система знаний на этом построена. И политика, и политэкономия, и научный коммунизм, все на этом построено. И философия, что человек есть общественный человек, а как еще иначе. И хотите, я вам приведу изначально то, что было в немецкой идеологии. Индивиды, производящие в обществе, вот изначальный пункт. Не индивид, не Иванов, не Петров, не Сидоров, как было у них, Адам Смит или кого-нибудь Адам. Или Ева, а индивиды, производящие в обществе. То есть исходным пунктом человека является не отдельный человек, а общество. И мы когда говорим «человек», то мы это на самом деле говорим об обществе только применительно к единичному, а единичный включает в себя всеобщее. И вот в учении о понятии там как раз идет растолкование того, что нельзя так разделять, что есть вообще общее, есть единичное и есть особенное. Если я беру какое-нибудь единичное, так, то оно, во-первых, общее, вот скажем, Денис Борисович, это, во-первых, человек, то есть это всеобщее. Во-вторых, это Денис Борисович Дегтярев, это единичное. А раз он Денис Борисович Дегтярев и общее, значит, он и особенное. В нем особенно соединяется, вот общее с его единичным, не так, как у Мордовина, и не так, как у Попова, и не так, как у Герасимова. И когда кто-нибудь удивляется, почему вот Дегтярев не так вот действует, а как я? А потому что он Дегтярев, а не я. Вот и весь ответ. А почему должны все одинаково действовать? Это никак вот не вытекает из того, что вот мы все люди. Мы все люди, но мы все еще единичные люди. А вот соединение единичного и всеобщего есть особенность. У всех есть особенности. И эта вот особенность, она вот связана с этим единством всеобщего и единичного. Вот я это очень долго понимал, вот учение понятия. Я все время это формально понимал, что берем вот то, что для всех характерно, это все общее. Теперь берем только для некоторых, там, для отрасли. Это и особенное. Берем теперь отдельных лиц, это уже единичное. Нет, не так. Не так. Берем вот единичное, всякое единичное. И есть только никакого всеобщего, отдельно нету. Всеобщее – это есть только момент единичного. Есть только единичное. Но единичное содержит в себе всеобщее. Раз. А раз оно содержит всеобщее и является единичным, то оно особенное. И вот это вот соединение... Всеобщее особенное – это момент единичного. Да, не наоборот. Нет, не наоборот. Не наоборот. Всеобщее, так сказать, есть только как... Он поэтому говорит, треугольник, вот пример, треугольник – это такое единичное, которое двояко. Это А – конкретная фигура, и Б – это. Он пример приводит. И это фигура вообще. Треугольник – это фигура геометрическая, фигура всеобщая. Но это треугольник. Это единичная фигура. Она же и всеобщая фигура. Вот если Дегтярев Денис Борисович, это единичное. Но он же человек. Все. А раз есть и то, и другое, значит, есть и особенное соединение единичного и всеобщего, выступающее вот как некое особенное. И все. И что? Да? Да. Если он один такой, то поэтому и особенное. А особенное получается вот как благодаря всеобщему единичному.
Но это будущее, это учение памяти. Там проще, в известном смысле. Проще в каком смысле? Что здесь вы как бы сверх ногами все время тут все читаете. Почему? Потому что мы здесь все сочетаем с отрицанием. И это непривычно. А когда мы опять придем к отрицанию этого отрицания, там будет все хорошо. Потому что при этом здесь уже будут всякие ступени. Да, вернулись в знакомую сферу бытия. А здесь мы по ступенькам идем. Раз уже, как только мы до существования дойдем, вот это сейчас мы находимся в киселе. Вот это бесконечное отрицание. Вот это бесконечное отрицание как видимость, она же потом. И есть рефлексия. Рефлексия. А рефлексия берется предполагающая. Это то есть она с чего-то начинает. Она предполагается, что она с чего-то начинает, раз если чего-то отталкивает, да, чего-то рефлектирует, что-то отрицает. Потом, если она отрицает, то она к чему-то приходит. Раз приходит, она полагающая рефлексия. А единство полагающее и предполагающее – это внешняя рефлексия. И, наконец, мы, так сказать, вот эту рефлексию начинаем рассматривать уже как саму. Это и есть сама сущность. Вот она. Определенные сущности или рефлективные определения. И ничего мы такого нового здесь не делаем, кроме того, что мы берем сначала сущность как равную самому себе, потом ее как различие, и потом как противоречие по существу. Как единство противоположностей. Противоположности. Полагается одно и полагается другое одновременно. И как называется рефлексия, которая характерна для противоречия? Кто может сказать? Там же тоже о рефлексии прямо говорится. Противоречие – это какая рефлексия там? Не обратили внимания? Это противоречие, сколько пишут люди про противоречие, игнорируя вот это произведение. Мы про противоречие всем знаем, все противоречие. Какая там рефлексия? Там есть рефлексия? Вот. Какая там рефлексия в противоречии? Это потому что это связано с тем, что мы сейчас читаем. Ну как называется она? Оглавление. Можно я скажу? Нет, там. Есть оглавление. Там. Исключающая рефлексия. Да не оглавление, а потеха. Исключающая рефлексия. Вот если у нас с вами противоречие, это что значит? Что я одно другое исключаю. А раз одно другое исключаю... Предполагает. Предполагает, поэтому исключает. Никакого другого исключения. Как же я могу вас исключить, если я вас не предполагаю? Чтобы вас исключить из кружка, я должен вас позвать в кружок. Я для вас, поэтому вас и позвал. То есть такие вещи открываются, чтобы была исключающая. Поэтому она предполагает и в то же время исключает. Исключающая рефлексия. После этого доказывает, что борьба абсолютно не приходится. Надо же прийти к выводу, который Ленин сделал. Но как он сделал такой вывод, что борьба абсолютно, а единство относительно? Потому что рефлексия не обнимающая, а исключающая. А если я всех убью, один останусь? Всех не убьешь, потому что надо тогда и вас за самому застрелиться, а будет всех. Всех. Нас не обманешь тут. Мы знаем, умеем считать. Один больше, чем ноль. То есть исключающая рефлексия, вот это и есть вот мостик к тому, о чем мы здесь думаем, говорим. Вот исключающая рефлексия и дает понимание противоречия как борьбы противоположностей. С одной стороны, это одна противоположность. Смотрите, там что получается. Есть одна противоположность. Здесь одна. Значит, другая есть. Тогда не противоположность, если она одна. Берем одну. Могу я одну взять? Берем одну. Берем одну. Каждая сторона этой противоположности содержит в себе другую. Если это одна противоположность. Если две. Если одна противоположность, значит, другая сторона содержится в этой, а в этой другой содержится и это. Значит, каждая сторона есть единство противоположностей. И вот это единство двух сторон, значит, выступает как единство противоположностей. А единство противоположностей есть противоречие. И вот одна сторона исключает и предполагает другую, и в этом состоит борьба. А вот куда это все разрешается? Куда это разрешается? В основании. Это мы, кажется, прочитали. Но не сказать, что уж так мы поняли, но это вот мы знаем, что оно разрешается в основании. А уж раз в основании, то оно теперь будет основание для чего? Для чего-то другого, для основанного. И вот это основанное, это и будет вот то, что основано. То, что имеет основание. Они вообще не различаются. Различаются. Как основание. Ничего в основании, ничего нет в основании. Да. И наоборот. Да. Если нет, значит они идентичны.
они идентичны. А то, что идентично, вы до этого почитали, идентично то, что различается. Леонид Борисович. Чем они отличаются, если... Ну, вы слово идентично, знаете? Если у них нет разницы. Они различаются. Вот когда они знаете, чем отличаются, знаете, как называется это? Значит, они разные. Вот если я не знаю, чем Дегтярев от Попова отличается, вот, если я не знаю, я еще раз говорю, если я не знаю, чем Дегтярев отличается от Попова, мы говорим так, мы разные люди, и все. И все ваши вопросы отпали, разные. Вот для этого существует понятие разности. А когда я знаю, чем... Мы отличаем, если там... Мы не отличаем, мы просто разные. Вот, Денис Борисович, для вас это ново, возвращаю вас в самое... Я вас отвечаю. Денис Борисович. Попова и Дегтярева отвечают. Не надо. Значит, надо выпить. Денис Борисович, вы еще выпьете и не будете. Вы вернитесь к началу. Чем отличается бытие от ничто? Вы можете ответить на этот вопрос? Вы попали. Вы попали. Вы ничем они не отличаются. Ничем. Они просто разные. Нет более ничего более различного, чем бытие и ничто. Разного, они не различного. Не надо притаскивать сложные категории. Разные они. По-моему, видели разные. Да разные они. Просто разные. А не надо это... Потому что быть различным, надо различие знать, что такое. А тут нет различий. Вот различие такое появляется. Вот там различия возникают. Основания основаны. А потом это не было бы основанным, если в нем не было чего-нибудь так, отличия от основания. Потому что никакого до этого выучено, изучено и доказано, что тождество – это тождество всегда различного. Только. Никакого другого тождества в мире нет. В основном, так вот получается, вот противоречие возникает. Дальше он пишет, что в основанном есть то, что отличается да. от основания. Да. Значит, этого нет в основании. Да. Аж как же ты... Вам же объяснили в самом начале, что диалектическая истина предполагает два противоположных высказывания. Их надо увязать, удержать одновременно, в единстве. Она построена на «и». И никак и на «и», а не на «иначе» вы переходите к формальной логике и отрицаете диалектику. Вот диалектика требует признать, что ничего нет такого, чтобы прямо выступало как иное по отношению к... Может основанное выступать как иное по отношению к основанию? Не может. Потому что оно основанное на этом основании. А с другой стороны, если бы оно не выступало как иное, но иное с отрицанием, с иное с отрицанием, то оно бы не было основанным. И там он отличает еще одну категорию, там мы увидим, основание, безразличное основание. Ой, безразличную основу. Есть основа, которая вообще ни от чего не предполагает. А есть основание и основано. Это пара. Вот есть пара основания основанного, а есть основа безразличная. Вот на безразличной основе можно все угодно построить. А вот на основании строится то, на чем, из чего, что вытекает из этого основания. Но если оно вытекает, так оно и вытекает. То есть появляется то, что не только является выражением основания, но и что отличает его от основания основанное. То есть оно даже отличается своим движением, Леонид Борисович. Вот если свое, одно вот лежит внизу, а другое является его выражением, вот они и отличаются этим. Этим они и отличаются. То, что глубинное, и то, что на поверхности отличается. А потом дальше появляется такое явление, отличается от закона. Это явление закона? Закона. Но они отличаются, явление и закон? Отличаются. А потом, дальше идет. Когда мы доходим до действительного, тогда получается, что явление от закона не отличается. Вот когда явление не отличается от закона, это действительно. Когда мы на поверхности находим такое явление, которое закономерным является. На поверхности уже, а не там где-то в глубине. Вот это и есть, вот оно выступило. И тогда уже рукой подать до понятия. Так, ну что, я думаю, что на этой позитивной ноте мы можем закончить. Вот. Во всяком случае, товарищи, которые будут смотреть этот материал, поймут, что нам тоже непросто, а не только не так сказать, что нам так все понятно. Да? Спасибо. Пожалуйста. Включать очень. Вы равны самому себе? Сейчас уже не буду. А вы теперь согласны, что вы теперь равны самому себе, отрицаете самого себя? Да, точно.